на сборы, мы приехали первый раз, да? Вот, на самом деле атмосфера очень шикарная, спасибо Александру Игоревичу Коршунову, Денису Гольцову за очень хорошую атмосферу, то есть приятно, очень приятно работать с профессионалами, да, как бы им большое спасибо, да. Также хотел сказать спасибо клубу Fight Fabrica и управляющему Сергею Хиченко тоже за предоставленный зал, за все условия. То есть, как бы, это мой друг, и большое спасибо ему за то, что... И, в принципе, вообще атмосфера Питера, она, ну, хороша. Завтра поедем домой, во вторник вылетаем на бой в Канаду. Подраться, а там посмотрим. Новый год скоро. Классно, все ребята дружелюбные, со всеми приятно работать, приятно общаться. Охота попробовать себя со взрослыми бойцами, которые стояли, так сказать, у истоков ММА и остаются еще на виду, на слуху. Это Маурисио Руа, тот же Нагуэйра, хотя он сейчас уже выше меня в рейтинге, как бы бой с ним становится не очень интересным. Но с Руа было бы интересно, с Бейдером было бы интересно попробовать себя, так сказать, с борцом такого уровня. Ну, а там дальше больше.